И сейчас я хочу сказать еще несколько слов о нашей обыденной жизни. Первое – это медики. Вот. Существует, вышло уже официальный документ о том, что медицинские препараты, приобретаемые с бюджета Российской Федерации, гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. Это первое. Второе. Точно так же будет касаться выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые до настоящего времени не оформили паспорта страны, в которой они проживают. Паспорта страны, которая их кормит, которая дает им пособие, выдает гуманитарку и обеспечивает их безопасность на этой территории. Именно безопасность, потому что то, что творят наши так называемые ждуны, уже вышло за всякие пределы, граничащие не то что с законом, а с здравым рассудком, уважаемые мои ждуны. Передо мной список детей, которые за время начала СВО, за два учебных года, ни одного дня не были в школе. О, дабы всем было понятно, что согласно законам Российской Федерации, в первую очередь, эти родители будут привлечены к административной ответственности, потом к уголовной, а потом мы их посадим в автобусы, вывезем на полосу разграничения и отправим их в ваши школы украинские, где вы будете учиться, родные мои. Вот. Будете учить свой родной язык, если вы брезгуете русским языком.